Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Мира, и в сегодняшнем видео будет предложение темы постакне, и я его уже собираюсь записать не одна, а с врачом, хирургом, косметологом, кандидатом медицинских наук, и зовут этого врача Виталий Александрович Микрюков. Также видео будет разделено на две части, потому что я думаю, что оно получится большим, и я решила для экономии вашего времени сделать так, что внизу в инфобоксе вы найдете секунды, минуты, также рядом будут звучать вопросы, и уже на тот интересующий вас вопрос вы просто нажимаете на время и автоматически перемещаетесь на ту часть видео, где услышите ответ на ваш вопрос. Хотелось бы рассказать немного о своей истории и о том, как я познакомилась с врачом этим. И многие меня спрашивали про мой опыт лазерной шлифовки, и довольна ли я, недовольна, реабилитация как проходит. И также в предыдущих видео, где я говорила о постакне, в частности, рассказывала о процедурах, о мезотерапии, если быть точнее, то говорили, каким препаратом мне кололи, делали эту процедуру. Лазерной шлифовки я уже делаю не первый раз, я проделала 10 процедур, и последняя оказалась неудачной. Я не буду называть клинику, в которой я делала. Если кому-то интересно, вы мне можете написать в ВКонтакте, в Инстаграме, в Директе. Конечно же, я вам напишу ту клинику и того врача, который проводил мне процедуру. Если он еще там работает, я не знаю этого. Мне провели лазерную шлифовку, шлифовка была на область щек, в то время как лоб и подбородок мне делали в режиме лазерного пилинга. Реабилитация проходила достаточно долго, то есть буквально через неделю, две недели все сходило на нет, то есть никакой сеточки, никакой красноты, все проходило. Ну, и когда мне проделали эту последнюю шлифовку, я заметила то, что все никуда не проходит, то есть прошло 2 недели, 3 недели, месяц прошел, сеточка на месте, краснота также никуда не исчезла. Конечно же, я уже забила тревогу и поехала в ту клинику к врачу. Она меня посмотрела, сказала, что я рано паникую, не переживай, что подожди еще 2 недели и потом приезжай. Все должно пройти. Если не пройдет, то приезжай. Я подождала 2 недели, приехала в клинику, она на меня посмотрела и сказала, что ну тогда еще подожди. Я поняла, что что-то тут неладное, начала, конечно же, читать информацию, заходить на всевозможные форумы, там же как раз-таки я и познакомилась, впервые услышала о сеточке, об эффекте марли. И я очень сильно испугалась. Конечно же, начала рыдать, как всегда, плакать, потому что я уже, ну, я даже не знала, как объяснить то мое состояние на тот момент, но я думаю, что вы понимаете. И я начала ездить по другим клиникам и разговаривать с другими врачами. Когда я поехала к Марине Николаевне, как раз-таки тогда она мне познакомила и с Виталием Александровичем, он посмотрел мое лицо вместе с Мариной Николаевной и сказал, в принципе, то же самое, что и другие врачи, то, что это рубцы от лазерной шлифовки, потому что были проведены не те параметры, и вот такое вот осталось последствие от лазерной шлифовки. Я уже посовещалась с другими врачами, где все в один голос мне сказали, что это рубцы на коже. Я поняла, что нужно что-то делать, нужно ехать в эту клинику, разговаривать с ними, потому что так я, ну, просто закрыть на это глаза я не готова была. Конечно же, мы приехали, мы посовещались с нашим доктором, он на нас посмотрел, и когда я сказала, что это рубцы, она сразу же начала махать руками и говорить, что ничего подобного, это все пройдет, подожди еще месяц. Я говорю, ну вот, уже прошло 1,5 месяца, никуда сетка не делась. И когда я уже приехала и сказала то, что вы понимаете, я была у многих, я была не у одного врача, и все врачи сказали, что это рубцы от шлифовки, потому что вы со мной работали на неправильных параметрах, она меня сразу же вывела из кабинета и сказала, что если ты такая умная, то иди в другие места к этим врачам, и там продолжай лечиться. Конечно же, мне такой формат общения никак не смог понравиться, при том, что я перед этим и так не одну ночь проплакала, для меня это был удар, и...
ну, я даже не знаю, как правильно сказать, когда у тебя на коже, ну, если на тебя смотрит, ощущение создается такое, что вся вот кожа, где тебе сделали эту шлифовку, она покрыта такими, знаете, не маленькими, а именно такими расширенными порами. И это никаким тональником, никакой базой не скрыть. Ехала на следующий день со своим молодым человеком, и мужик, конечно, он уже по-другому стал с ними разговаривать. Во-первых, с нами очень долго не хотели общаться. Мы сидели где-то на ресепшене, наверное, где-то час. С нами даже никто говорить не хотел, то есть они уже все знали прекрасно проблему мою и разговаривать уже не хотели. И когда мы сказали, что мы будем подавать на вас суд, тут сразу же все зашевелились, и к нам вышел главврач, и мы ему рассказали всю историю. Он посмотрел на мою кожу и сказал, да, что это ошибка врача в нашей клинике, и мы готовы всю реабилитацию взять на себя. Я хочу зачитать, потому что реабилитация была проведена не на одну, не на 10, не на 20, даже не на 50 тысяч рублей. Все, конечно же, они оплатили. Они мне возместили деньги за шлифовку рубцов постакне в области щек. Я как раз считаю, тут вот все с печати, все как положено, написано. Дальше. Руководством клиники принято решение о прохождении реабилитации в условиях нашей клиники в следующем объеме. Инъекции препарата Лаплант, это стимуляторы регенерации, и один раз в 2 недели курс был 3 процедуры. Мезотерапия препаратом Репарастим Х один раз в неделю, 8 процедур сделали. Я все названия напишу под видео. И также фонофорез с препаратом Контрактубекс 2 раза в неделю, 10 процедур. Также мне главврач обещал, что когда мы закончим курс реабилитации, то все наладится, все пройдет, и твоя сеточка, она исчезнет. Но по завершению курса сетка сгладилась, она стала, скажем так, менее заметная, но в любом случае она осталась, она никуда не делась, и вот прошло больше года, и сетка на моей коже есть. Ощущение просто как будто на коже много пор. И люди, которые делали лазер CO2, Фрексель, они поймут, о чем я говорю. Вот эта вот сетка, она никуда не делась. Когда я уже пообщалась с врачом Виталием Александровичем, он посмотрел на меня без косметики и сказал, что есть, конечно, над чем работать, что все возможно это убрать, но нужно подождать год-два, в зависимости от того, как поведет моя кожа. Я готова, конечно же, ждать, потому что это уже не акне, это не прыщи, осталось, конечно же, постакне, остались рубчики на коже, вот эта вот сеточка осталась, но в любом случае это не то, что было со мной до этого. Ну вот, это была краткая такая история того, что произошло со мной, потому что многие просили рассказать. И я также хочу вам сказать, что если, не дай бог, с вами такое произойдет, чтобы вы не отчаивались, не плакали, и даже если вас начнут выгонять из клиники и говорить, идите вон отсюда, у вас есть права, и вы не должны со своего кармана платить по ошибке врача. Ну вот, так что это было такое вступление, и продолжение смотрите с врачом. Меня зовут Микрюков Виталий, я врач-хирург, косметолог, кандидат медицинских наук, и я готов ответить на вопросы мира. Я уже предупредила о том, что мои подписчицы оставляли вопросы под фотографии в Инстаграме, и как раз вопросы были касательно проблемы постакне, рубцов, нарушения рельефа кожи и в том числе лечения постакне лазером. И первый вопрос был такой самый-самый распространенный: как избавиться от рубцов на щеках навсегда? И возможно ли это сделать? На самом деле, когда формируются рубцы постакне, они чаще всего формируются, они атрофические, да, то есть это означает, что они это минус ткань, то есть это недостаток, это ямка, в общем-то, да, это основной внешний вид рубцов постакне. На месте рубца уже, в принципе, никогда не будет обыкновенной, нормальной в понимании, да, как бы, человека, да, обыкновенная кожа такая же, как в том месте, где не было рубца. Да. Максимально избавиться от рубца можно, это исправить его рельеф, то есть максимально выровнять его с поверхностью кожи. Но, тем не менее, его структура, его
поверхность все равно будет, хоть и незначительно, но отличаться от нормальной неизмененной кожи, в общем-то. Потому что рубец, сформировавшись однажды, уже никуда не девается. То есть можно его немножечко изменить, его характеристики поверхностные, его характеристики рельефа, но это все равно будет рубец. Да? То есть даже не знаю, как это вам, насколько это вам помогает, легче или не легче. В общем-то, но в любом случае сгладить его сгладить можно. Сгладить, да, но все, тем не менее, он будет слегка всегда чуть-чуть отличаться по цвету и чуть-чуть отличаться по фактуре от неизмененной кожи. То есть от этого избавиться уже, ну, уже не выйдет, в общем-то. Да? Угу. То есть максимум это изменение рельефа. Также вопросы задавали, сколько нужно сделать процедур, чтобы полностью от этого избавиться, ну, как мы уже выяснили, что полностью не получится. На самом деле, все сугубо индивидуально, да, все зависит от глубины рубцов, от их количества, от, собственно говоря, свойств кожи и реакции кожи на воздействие, потому что каждый человек всегда это индивидуальность, поэтому сказать, например, четкое количество, там, 3 процедуры или 5 процедур или 10 процедур, это, ну, практически нереально, да, то есть это работа с живым человеком, с живым организмом, который изменяется, у которого есть свой гормональный фон, есть изменения физиологические и так далее. Поэтому прогнозировать можно только, например, ну я бы взялся прогнозировать после того, как я бы увидел, например, реакцию после одной, там, двух процедур, и то, опять же, от в зависимости от того, какие процедуры мы выбираем, да? А какие можно выбрать процедуры? Какие чаще всего советуют, когда встречаются проблемы постакна? Именно с постакна, да, постакна нужно немножечко как бы классифицировать. Постакна это бывают застойные пятна, это нарушение пигментации, и в классическом виде уже атрофические, там, да, в перемешку с гипертрофическими рубцами. Если говорить о рубцах. Если говорить конкретно о рубцах, то есть, да, это ямках на коже, то здесь можно тоже, в принципе, применять несколько методик. Классическая, в общем-то, шлифовка, механическая есть такое понятие, как или микродермообразие. Ее выполняют, как, допустим, в каких-то стационарах при помощи фрез, да, то есть при помощи вращающихся, в общем-то, специальных инструментов. Либо можно амбулаторно, например, при помощи песка. Да, то есть такое микрокристаллическое дермообразие, стерильный песок кварцевый используется, да, которым можно аккуратно повредить кожу, да, и отшлифовать определенные элементы. Вот. Есть шлифовка лазерная, когда это делается при помощи лазерных систем. Причем лазеры отличаются, есть тербиевые лазеры, например, это не абляативные, которые поверхностно работают, но тем не менее они более щадящие, но за большее количество процедур тоже можно получить хороший эффект. А есть абляционный, например, классический углекислотный лазер CO2, который, ну, условно говоря, там прожигает микроскопические отверстия в коже, если работать в фракционном режиме, например. Вот. Также можно работать при помощи инъекций. То есть есть коллагеновые препараты, есть препараты гиалуроновой кислоты, которыми тоже можно стимулировать синтез собственного коллагена в атрофических рубцах и вызвать его коррекцию, коррекцию его рельефа, то есть приподнять его дно, да, заставить его выровняться с поверхностью кожи. Задавали, каким образом, кроме лазера, можно убрать рубцы? Ну, помимо лазера, как я сказал, это механическая шлифовка, но сейчас она на самом деле отходит немножко в прошлое. Почему? Потому что фракционный тот же самый лазер, он гораздо более щадящий, да, он требует меньше ревитации, меньше рисков дает, да, потому что при механической шлифовке у нас сплошная раневая поверхность, в общем-то, и она требует очень хорошего тщательного ухода и велик риск каких-то осложнений после нее. С фракционным воздействием рисков меньше, но и эффективность получается немножечко по-другому работает, да, то есть там не получится изменить рельеф каких-то остроконечных, то есть резких рубцов. Рубцов с четкими границами, с четкими краями. То есть фракционный лазер, например, очень хорошо справляется с пологими изменениями рельефа. То есть когда у нас нет какой-то вот такой ямки, да, такой с четкими краями. Четкие когда границы. У нас небольшая какая-то пологая изменение рельефа, более пологая. С такими вещами фракционный лазер справляется очень хорошо. Когда есть четкие границы, здесь необходимо, ну, каким-то образом разрушить края и превратить его в более пологий, в общем-то, рубец. Помимо механических шлифовок, инъекционный препарат, как я говорил, да, то есть это введение, например, коллагеновых препаратов, таких как колост, когда непосредственно в дно рубца вводится инъекционный коллагеновый препарат, и за счет этого происходит стимуляция синтеза собственного коллагена. Такие процедуры проводятся неоднократно, то есть это многократное введение, и за счет этого мы стимулируем синтез собственного коллагена, увеличение объема коллагена в ткани, в области рубца, и тем самым приподнимаем его дно. Зачастую это комбинируется, например, со шлифовкой, то есть попеременно выполняется как шлифовка, то есть повреждение, плюс введение коллагеновых препаратов с целью стимуляции и выравнивания кожи.
Также применяются химические пилинги. Химические пилинги имеются в виду не гликолевые, не поверхностные фруктовые кислоты, которые работают с эпидермисом, с эпидермальным слоем, а уже фенолевые, трихлоруксусные кислоты и так далее. Но химические пилинги – это сугубо мое личное мнение, хуже контролируются. То есть с ними сложнее работать в плане прогнозируемого результата, в плане локальной какой-то работы и контроля его глубины воздействия. Ну, опять же, это лично мое субъективное мнение, я предпочитаю работать с аппаратными методами, то есть это лазер, либо механическая шлифовка, плюс инъекции. Вот, хотя есть хорошие результаты и от пилингов, в общем-то, глубоких даже. Да. Что делать с постакне, если у пациента есть келоидные и гипертрофические рубцы? Я бы, наверное, не был столь... скажем так, в формулировках, в общем-то, резок, да, потому что зачастую пациенты и, в общем-то, да, люди без опыта работы, в общем-то, и без опыта там в хирургии, в косметологии и так далее, очень часто называют практически любой рубец, слегка выступающий на поверхности кожи, гипертрофическим или келоидным. То есть, да, зачастую пациенты часто звонят, приходят и говорят, у меня келоидный рубец, это там, я говорю, обязательно приходите, покажите. Да, приходит, ну там слегка, то есть это уровень нормотрофического, ну еле-еле гипертрофического рубца, но как бы люди привыкли называть это келоидами, да. А если это действительно келоид и пациент не ошибается, а келоидный рубец отличается тем, что он активно растет, то есть чаще всего келоиды формируются, например, это грудная клетка и спина, то есть есть такое даже понятие акнекелоид, это когда на месте высыпаний каких-то многочисленных на груди и на спине формируются рубцы, которые не перестают расти, то есть они постоянно беспокоят, зудят, увеличиваются в размерах, и, грубо говоря, было повреждение, был прыщик там с булавочной головку, а рубец там с 5-рублевую монету формируется. Да, то есть он гораздо захватывает здоровую ткань и превышает размер изначального воспаления. Вот это действительно классические келоиды, и с ними бороться очень трудно, и единой методики борьбы с келоидными рубцами, к сожалению, сейчас нет. То есть их много, но значит ни один хороший метод не работает. Вот, поэтому если есть склонность именно к келоидным рубцам, да, то очень высок риск при борьбе с постакне, да, спровоцировать формирование новых рубцов, более грубых, более серьезных. Но это именно вопрос, именно если действительно присутствуют настоящие келоидные рубцы. Да. Если это всего лишь слегка выступающие где-то, да, то есть перемешку атрофические с гипертрофическими. То есть атрофические – это ямка, гипертрофические – это холмик. Если вот такая идет ситуация, то используется чаще всего та же самая, опять же, в принципе, методика шлифовка плюс углекислотный лазер СО2. То есть в надежде ремоделировать рубцы. То есть сделать их, привести их к состоянию нормотрофического, то есть ровно по сравнению с окружающими тканями.